Привитус, амигос. Ну что ж, продолжил я идти вдоль берега, вон от того буксира. А, у меня же нет ничего с прицелом. Ну вот, шел. Тут вот птица, в смысле, кресло, засранное птицами. Берег с водой, засранный тюленями. В общем, все тут засрано до невозможности. Здесь на берегу стоит пацан, который орет, что там что-то он видит в воде. Давайте, собственно, узнаем, что он там... Что видит этот оборванец. Огромный глаз. Ну, видимо, у лодки поднят перископ. О, здесь могут водить самолеты. Он еще и квест дает, что ли? А что у него есть? Очень опасно. Are you sure? Maybe it's really hungry. But I'm too small. But now that you're here, it'll try to eat us, and you'll have to kill it with your gun. Расслабься, я застряну у него в заднице. Ты ж посмотри, я же в силовой броне. You want it to attack us? That's nuts, kid. Yeah, 'cause then I get to see a cool fight. Классный бой. Пацан, а ты не голубой? Господи, какие убогие фламинги здесь. Посмотрите, какие чмошные цапли. И они еще и не боятся, они вообще ничего не боятся, посмотри. Они сидят даже как гопницы, они видите, не лапами сидят на этой штуке, а жопами. Кстати, вот там тоже что-то, какой-то домик. Ты понимаешь, что лодку одолжить тут ни у кого нельзя, да? Ага, и тут обрыв сразу. Угу. Видимо, настало время вылезти из моей брони рыбокопа. Так, на всякий случай, изымем ядерный блок, чтобы маленький крысеныш не скрысил мою бронь. Естественно, выясняется, что у меня, сука, чудовищный перевес уже давным-давно. Из-за бильярдного шара под номером... Ой, какой бильярдный шар тут вообще? А, черт бы побрал, а. Ну чё, по старой славянской традиции бахнуть водки и в заплыв, что ли? Шарик, нет. Ах ты, пернатая чучела, она скрысила мой шар. Вы видели? Он же даже не блестел. Чёртово мутантские растения. Ладно, так, я пойду сейчас сброшу груз тогда в синкчуаре, а то сейчас на дно пойду, как Чапаев, ёптать. Тоже, блядь, собрался. Начал запись тоже. Пловец хрен. Так, ну и, конечно же, вода адски фонит, а в силовой броне плавать нельзя, поэтому... У меня есть, в принципе, у меня есть костюм Реджинальда. Что тут, стой. А, у меня есть защитник. Где он? А, я его выложил, что ли? Вот досада-то какая. Но у меня есть противогаз тогда где-то здесь. А, я и противогаз выложил. Да, невезуха. Ну тогда у меня есть хотя бы Радикс. Да. Просто бесит то, что в этой игре они не дали возможность создавать комплекты готовые, чтобы переодеваться там одной кнопкой. Нахрен мне эту броню по частям каждый раз натягивать. Вот поплавал в воде в радиоактивной, да, снял этот защитный костюм, сука, начинаешь переодеваться. Может, буйки что-то помечают? А чё же он в первый раз-то у меня на дно пошел как топор? Поганая сволочь. Ну чё тут нахер? Ёптвою, навалили. Это у меня под ради... Ага, там я без радикса. Патрон калибри. Ну, посмотрим, что этот морячок хранил в сейфе. Как обычно, пистолеты, патроны, да? Sweet. Блять, эта игра себе не изменяет, я ебу. Вообще, зачем тут сейфы вскрывать, а? Ну, просто пипец. Это такое говнище однообразное, эти сейфы. Ну, вообще, не знаю. А, можно, наверное, зло... Сука, я уже думал, на нас касатка напала. Это наш Жиглов плывет.
Записочки-то никакой не оставил. Капитан, капитан, улыбнитесь. Сука. Ха, там вон дирижабль здоровенный, тут подводная лодка здоровенная. Там вон ясь, ребята, здоровенный. А это что такое? Перископище поднялось. А у нее же лестница. А, вот мы и дома. Янцзы. Ну чё, где кормовое орудие? Фак е, наконец-то я здесь. Янцзы обнаружил только сейчас. А, тарахтит еще, работает что-то. И люк не заржавел. Че, матросня на берег, что ли, гуляет? Или они там сидят? Или там все мертвые? Гули, наверное. Что, гули, гульнем? Сам в шоке, слышишь? Тут постой. О. А он и дед какой-то. Гуль, естественно, а кто же еще-то? О боже, капитан-призрак, капитан-призрак. Жеглов, иди глянь. Мне кажется, он умер еще до войны. Да дед меня нахер, ты какой-то стрёмный. Цзао. Сука, ты из всех гулей этой игры, ты самый стрёмный. Гуль! Можно крикнуть. Captain of the Chinese Navy. I sail the Yangtze 31. This champion. Это он пулял ядерными ракетами по Америке. Что-то он больно близко подплыл для этого. But my Yangtze, speak of her with respect. Why are you here? War is over. Long over. And my Yangtze holds no bow, no treasure, nothing for you to plunder. Нечего грабить, чувак. Я собираю грязные пепельницы, блять, и, сука, перегоревшие лампочки. Ты не поверишь, как низок мой уровень мародерства. Как низко я могу пасть. Have you been here for 200 years? Ah, it has been that long. Yes. Мне кажется, что у этого японца должен быть самурайский меч призовой. Или это Китай. По этому гулю довольно сложно угадать принадлежность. Он даже не желтокожий. Yangtze is not seaworthy. А хер ли тебе там делать одному в море? Иди к черту. Мне надо подумать, вы мне доверяете. Но это, видимо, квест. I'm at your disposal. Yes! Thank you. Се-се, друг мой. Да, я се-се что-нибудь возьму, не боюсь. Yangtze has no power. Да, а свет горит, странно, да? Probably enough. There is damage to a демпфирующая спираль. Emitting coil. Bad damage. I have information. Intelligence from wartime. Damping coil. Sogas Iron Works. Facility called. Как и вот. У них разведка как отработала, смотри. О, я мог что-то выморозить только что. Но я пытался перемотать его монолог, блин. I will work on repairing the bridge. Так, что ему там надо? Детальку найти. Детальки детальками, а... I can positively feel the science oozing around here. Пупс-то тут должен быть или... Хотя бы журнальчик, наверное. Передохранители, вакуумные лампы, все нормально тут. Есть что скрысить. А ты говоришь... О, дьякон уже стульчик себе нашел. Что, разбираешься, что ли? Вдавай, вот это, мне кажется, пуск ядерной ракеты. Нажать, нажать, нажать.
Весь мир в труху. Часть команды, часть корабля. Странно, однако, выглядит эта подводная лодка. Бурбон. Наверное, Ян Цзы этот бурбон 200-летней давности берег для того, чтобы выпить на юбилей. Хусимской битвы какой-нибудь, не знаю. Такая была вообще. Терминал, переборка. Там ядерный реактор, я манал. Туда сходишь, там... Выйдешь оттуда восьмируким, ептать. Так, ничего тут нету. Простите, офицер. Я что-то не врываюсь. А где жилые отсеки на этой лодке? Вообще тут что-нибудь есть? Ой, внизу где-то монстры какие-то, что ли. Ну там, наверное, радиация сейчас просто херачит, наверное, так что. Мама, не горюй. Terminal's got this locked. Так, ну давай. А, надо же сначала на завод сходить на какой-то. Мне кажется, что без завода там тут нехрен делать немножко. То есть, ну. А, блядь, это рыцарь Рис этот неугомонный. А где? Завод, про который он сказал. У-у-у! Ачафали. Охереть. О, Кайф-Сити. Чё ты до Кайф-Сити-то не добрался? Ладно. Ну, понятно, значит, продолжим исследование подводной... Сука, а костюмчик-то мой на берегу стоит. Да пусть хоть обстоится, говна кусок. Куда он уже пуденется? А чё, а быстрое перемещение невозможно, да, отсюда? Вот этот прикол. А почему тут метка стоит? Ах ты, сука. Офигеть, сколько туда идти. И быстрое перемещение все равно недоступно. Ян Цзы, я манал твою лодку, слышишь? Трубу ее шатал. Спираль ее дергал, ептать. Люки, я ее люк. Люк манал, топтал. Да. Непременно все будет офигенно. Вау, еще и фонит-то. Еблан тупой, чё ты глотаешь, блядь? Ну, теперь я буду самый психованный пловец, наверное, под психа. Я, пожалуй, броню свою заберу, а то я что-то мелкому не доверяю. Мне его рожа сразу не понравилась. Так. Давай, давай, давай ты, ёпта. Помощь. Я этот антирадин. Интересно, на какой уровень квеста хоть рассчитан? Тут эта информация не разглашается, просто узнаешь, что когда мобы жопу рвать начнут, что тебе еще рано это делать. Че, где тут ближайшая эта точка? Ебень. О, от Медфордской больницы даже поближе будет. Но я все ближе подбираюсь к музею Салемских ведьм и психбольниц, кстати. И 34, и 35 уровню. А тут опять, сука, выброс. Ой, а что это синты тут делают? Диакон, смотри, ваши бегают. Он что-то сказал, кстати, и убежал. Ладно, что тут без квеста-то ходить? Диакон сам на них кинулся, кстати, его прикол. Ёпта, легендарщина. Сука, как меня заебали эти выстрелы косые. Ну ты ублюдок. Трюковая кожаная броня. Уменьшение урона от пальцев. Вот
так правильно. О, это что тут, памятник Терминатору, что ли? Воу-воу-воу! Это памятник этим роботам, которые за людьми Икс охотились. За людьми. За людьми. О, прикол. Ну, что тут интересного? Дьяко, ну интересно, что тут есть, смотрите. Штаб-квартира корпорации с Локом Джо. Катан Джо. Можно апгрейднуть броньку или починить, я не знаю, что-то можно все сделать. Было бы нужно. Ну, как обычно, тут все кучно, кучно, всегда понаставлено. Так, я так понимаю, что мне вот туда. Я правильно понимаю? Отлично. Ну, еще как говно. Кто-то рычит, но я не вижу, кто. Собака супермутантов, что ли? Шавка рейдеров. Можешь забрать ее ошейник, если надо. Ей больше выносить не на чем. Какая тут акустика. Так, я что-то нихера не понимаю. Тут петляют, тем улицы. Это опять большой город. Заебись вообще просто. Они, им не надоело эти локации копировать, вставлять одну с другой? Это уже 5-я школа, блядь, 25-я больница, 55-я станция метро. А это завод очередной какой-нибудь. Фабрика по изготовлению, блядь, какого-нибудь дерьма. О, сигнал бедствия. Кому там плохо стало? Ебать, сосраться, вот вас тут. Сигнал-то какой-то странный. 16. Как бы сзади дьякон, но не парься. Че, надо сигнал поймать, что ли? И он не с крыши, типа? С крыши, конечно, вон оттуда. Ну, полюбасу внутри, короче. А, или вот. О. Из остатков вот этого дома. Дома? Силовые броньки? Это ж кто им тут жопу-то порвал? Бомба. Радиоклассик. Даже как выключить радио это? Рыцарь Вархэм. Голозапись с поля боя. Так, голозапись с поля боя. Они тут бомбу разминировали, что ли? Херово, что когда начинаешь что-нибудь взламывать или лутать, субтитры пропадают. Это
А чё, не облутать что? Они такие разноцветные. Не только черные, но и белые. Я чисто этот взламываю этот кусок говна ради опыта, сука, и для того, чтобы отмычки потратить. То, что внутри лежит, я и так знаю. Пистолет, блядь, и патроны. Ну, дробовик и патроны, какая нахуй разница. О, свинцовая вываренная кожа добра. Вау, нифига какая мощная штука. Если мне еще бонус хоть один был. Что за задание-то? Пропавший патруль. Что, рядом где-то? А нахер мне тренировочная площадка Национальной гвардии? Чуть не врубаюсь. Что за... Какие-то метки понаметили тут со всех сторон. Было бы прикольно, если бы силовая броня еще и выносливость повышала, чтобы бегать можно было дольше. Она же усиливает, следовательно, передвигаться в ней проще должно быть. Чё за нахер? Ебать, сосраться, еще легендарщина. Копим криты. От сучка. Крашеная. Куда он сдриснул-то? Ой, блядь. Давай, дьякон, давай, не стесняйся, наваливай, наваливай ему. Охотничья броня синтов, уменьшение урона от животных. Это просто лучшее вообще, что могло выпасть. Так, а нахрена мне эта тренировочная площадка национальной... Вот она. Дикий гуль, турель с пулеметом, турель с пулеметом. Мина. Понятно. Так, это... Тренировочная площадка национальной гвардии. Ладно, это потом. Сейчас надо починить... подводную лодку. Если делать квесты таким образом, что заходишь в каждое здание, которое встречаешь, то эти квесты можно делать очень долго, походу. Пару лет примерно. Да, летсплей на год, прикиньте, вообще классно. Ни о чем больше не паришься. Да что за уебище? Сука, а что тут за заповедник легендарных уродов, блядь? Мобильная кунсткамера, сука. Ты сори, а? Вот дуплит. Надо было взять броню на защиту от животных. Походу, этот олень хочет напасть на меня. Забей его так нахер уже. Спринтерская кожаная броня. Если накажут часть тела... О, за энергии, зато какая защита. Зато 7. Как кожаная броня может весить 7, пиздец. Мне интересно, если вот полностью одеться в спринтерский комплект, это будет сколько? 10, 20, 30, 40, 50% скорости. На 50% быстрее будет бегать, нифига. Это чисто сет для этих, для исследователей. О, ну тут вообще красота какая, смотрите. Антенные поля. Но, к сожалению, мне надо не туда. О! Броневички. Инкассаторы, что? Видимо, он шею сломал при падении. Там, кстати, какая... О! О! Семён Семёныч. Да это XM1 опять, да? О, у меня идея есть. Нам все равно... Нужна броня. Он сказал can do. Так, ну и кто это здесь? Охранник каравана. С кем они вместились-то хоть?
Извините, не успел помочь, торопился, бежал, голова, она улутает. А, нет. Чуть такое. Мистер Храбрец. Обалдеть. Смотришься, как мудила. Так. И мы приближаемся к заводу. О, как из Готэм Сити прям. А это что такое, смотрите? А, так вон их караван. Охранники ушли задолго. Блин, вперед от каравана оторвались. Я себе напал на эту буренку. Опа. Это что было? Кованые. Что кованые? Кто такие-то? Ёб твою медь. Ты чё происходит, Огнемётчик. Это какие-то... True рейдеры, походу. Смотри, как он, какое он пафосное лицо себе сделал. Тихо. Спокойнее. Блядь, ничего не вижу. Чё происходит? Так, когтя смерти... грохнули, но опыт достался не мне. Да ну нахер, слышишь, кованый, блядь. Ребята, вы хуеете, я вам честно говорю. Ща. Так, ладно. Все, будем базарить, ща. Ща будем базарить. Так. Убью, суки. Первый пошел. Нихера себе, слушайте, вот они ебошат, а. Они, блин, что, на огнеметах поехавшие, что ли? Опыта за них, зато сколько. Бля, я тоже могу. Ебаническая перестрелка. Кованые. Закованные. Видать, там что-то охеренное на этом заводе. Опыт тут же получил. Че у них там хоть? Бойцовая броня на каждом. Даже у чувака с молотом с собой были патроны. Огнемет. С этого всю броню уже ободрали. Так, да? Отлично. Пока у меня действуют все эти медикаменты. Да, охрана была от души вообще. Это только на входе, что ж внутри там творится-то. Давно меня так не напрягало. Я уже думал, что все, можно ходить. Кожаные пинать. Покров ночи. Дай в жопу терминал. Чё там в них копаться? Турель выключать? Да я что-то их тут не вижу. Согас Айронворкс. Железные работы, да? Железнорабочий? Железнодорожники? Ну, учитывая, как какую-нибудь тут себе броню накрысили, тут, походу, что-то изготавливали. Ну, винт для подводной лодки, да? Или что тут? Что-то из этой оперы. Ёпта, я даже мяу не успел сказать. Уже спалился. Пошла нахер с этим огнеметом от меня, Маруся. Блять. Сука, вот они базар вообще не с того начинают.
прохавать не успеваю, кто где тут. Ой, патронов-то сколько каких-то валится с них, по 50 штук. Требуется терминал. Так, это не подходит. Это не подходит. Ну. Интересно. Тут паролей-то всего 5 вариантов. Охуеть вообще. Ну и говно. Говно вонючее. Я надеюсь, когда пятый Fallout выйдет, они уберут из игры свои странные взломы. С этой стороны тоже термин. О, алюминиевая банка, е. Не зря пришел. Почему-то за убийство из снайперки меньше опыта дают, хочу сказать. Че, босс-то местный будет какой-нибудь? Вставай, вставай, ёптись. Их не смущает, что как бы стрельба шла снаружи, здесь? Мне кажется, весь этот завод, это отсылка... Ёпты, напугал. Где ты спиздил огнемет? Ты мне объясни. Да, ёп твою мать. Так, где эта деталь-то, собственно, здесь? Где босс, где деталь, где самое интересное это? Препараты пропали. Воу-воу-воу, все прям рушится. Было бы прикольно, если Басура был какой-нибудь безумный чел в силовой броне и с огнеметом. Кстати, ментанты что-то на получаемый опыт не очень как-то действуют. Ёпта. Я так понимаю, что территория зачищена. Мне нахрен не надо, чтобы она была зачищена. Раздобыть имфирующие спирали. Ну так и где? А для этого, видимо, надо читать терминалы, сука, чтобы узнать, где они держали подобного рода продукцию. Может в толчке? Где тут терминалы-то были? Вот это для двери. Может, их тут надо нажать кнопку и отлить? Я тебя в жопу застрелю, которая торчать будет. Как Ахиллеса в ногу, ёптать. Уж Варвара Ахиллесовна. Ах ты сучья дочь! Она успела мину отложить, что?
что-то не врубаюсь. Чего? Бля, еще турель какая-то. Учись, дьякон, ёптать. Как надо взламывать турели. Так, значит, надо идти поверху, походу, и туда, в дальний угол. А, вот, вот этот терминал, наверное, изготовит нам сейчас парочку демпфирующих хреновин. Те, кто подвел кованых. Мышьяк, Камура, Излом, Герцог, Колпак, Хаос, Вал, Лихвак, Клокот, Гадюка, Янси. Отказ казнить гражданского. Наказание. Казнь всей семьи и изгнание. Нихуя себе. Подожди. Мышьяк. Крики во время обработки раны. Наказание. Ампутация конечности, изгнание. Камура. Преступление. Жульничество на первом испытании. Нарушитель с семьей отправляется в Горн. Отправлены. Излом. Преступление. Дезертирство с поля боя. Наказание. Отправка в Горн. Герцог. Смерть без разрешения во время второго испытания. Отправка в Горн. Ой, блин. Смерть без разрешения. Колпак. Кража продуктов. Наказание. Напоили расплавленным железом. Какая суровая группировка, однако. Передача медикаментов противнику. Свежевание до смерти. Позволено врагам бежать с поля боя. Клеймо изгнания. Лихва. Сон на посту. Глаза скормлены болотником изгнания. Клокот. Крики во время последнего испытания. Отправка в Горн. Янси. Отказ менять имя. Отправка в Горн. От, блядь, отказ менять имя. Сука, прям как в армии, наверное. Там, по слухам, такая же борода. По некоторым передачам. Если судить особенно. Так. Вот тут я еще не был, да? Да, вот там станция силовой брони. А, кстати. Я же могу ее здесь... Как не можете? Ты давай тут не свисти, ё-моё. Выпрыгнул быстро. Надо встроить катапультирование в нее. Так, что у меня было сломано? Какая там рука? Какая там нога? Правая, по-моему, да? Хорошо, я банок тут набрал. Что, не хватает, что ли? Ну и ладно. И так пойдет. Лучше, чем ничего. Вон этот, блин, наш. Дьякон в какой бегает. Какой красавчик. Стильный, блядь. Левая рука. А, или правая. А хер его знает. Содружество сложный. Дом Согаса. Это что, локация внутри локации, что ли? Хера себе. Согас — это, наверное, клан-лидер. Шлак. Да это прям клан хитцев. Судя по тому, как они как они сами себя представляют. Смотрите, у него шишки баб в руке. Unlike you. They're gonna kill me. But I brought everything you asked for. Stealing things from your family farm doesn't prove your strength, boy. Though this wonderful sword you brought does put me in the mood to give you one last chance to prove your worth. What do you say? Kill that prisoner and prove that you aren't completely useless. You said... Это уже какой-то безумный Макс начинается. These people aren't even a threat to us. Prove to me that you can kill! Him or you? Oh God, what do I do? How do I do?
Убей его, Джек. Walk away, Jake. You don't please have to let do me this. Go. You're right. Gonna be, Jake. I don't want to do this. I don't want to join the force. I just want to go home. Last chance, Jake. Да хули базарить, понеслась. Ну, да. Чё, где враги-то, ёпта? О-о, с меня что-то отлетело только что. Рука. Так, подождите, я ничего не понимаю. Мне надо этот замедлить немного ситуацию. Ты-то за нас, хоть за нас. А ты куда, сучка, собрался, а? Он тоже с огнеметом, что ли, носится? Тут, походу, один я огнеметом брезгаю, да? Тебе-то хули надо. О! Ну-ка, а теперь Крис в башку. А, ему пофигу, да? Пуля мозг не задевает. Жгите друг друга, пацаны. Жгите, жарьте. Одолели демона. Это что такое? Бутылка с коктейлем Молотова. Шипастая броня, гладкоствольный, бойцовская броня со шлемом. А где у него в руке шишкебаб был крафтовый? А, вот он. А, вот он, шлак. Т-45Е туловище. Ну, это в очко себе оставь. Лазерно-сколочная граната. Силовая броня рейдеров. Левая нога, левая рука. О, вот это я возьму, вот это я хотел. Да-да, пофигу. Шипастая броня, шишкебаб, вот он. Ну чё, стоит дофига, на деле говно какое-то. 27 урона плюс 13 электричества, 40 дамага. Дерьмо собачье. Бред. Может, он поджигает врагов офигенно, я не знаю. Да куда ты? Ой, пошёл ты, олень камчатский. Burn. Странно, что у них пароль не гори. Best Burn. Не? Ну и пошла ты в жопу тогда. Sweet. Слабаки. Пока среди новобранцев одни слабаки ломаются вместо того, чтобы становиться сильнее. Видимо, придется вообще забыть о содружестве, пока не найдем источник получше. Прогресс. Познакомились с соседями, называют себя стрелками. Сильные, меткие, уговорили парочку попробовать пройти испытания. Прошли, теперь они кованые. Их лидеры были недовольны, пролилась кровь, но когда они увидели нашу решимость, решили пойти на переговоры. Умно. Теперь все знают о банде, которая победила стрелков. Много новобранцев. Видимо, мы все-таки задержимся в содружестве. Поставки металлолома от данвичинских бурильщиков прекратились. Бедлам отправилась к ним, чтобы поторопить этих опарышей. Бедлам, что-то знакомый, по-моему, я ее вальнул уже. Соргас Iron Works. Еще один никчемный кандидат пытался подкупить нас, чтобы его приняли. Но клинок, который он дал, впечатляет. Устрою ему испытание, даже если не пройдет, мне хоть какая-то польза будет. Это он про вот этого Джейка. Боско. Псих. Уничтожен. Может, народ в содружестве сильнее, чем мне казалось. Боско. Так это я его вроде тоже вальнул. Джаред и его ребята погибли. Ничего удивительного. Сомневаюсь, что он был достаточно трезв, чтобы насладиться боем. Собственно, а кто их мог убивать, если не я? Что там? Стимулятор? А, да, стимулятор. Или психо. Так.
Вон там шашлык, ёптать, насаженный. Чё, у меня сильный перевес, что ли, я понять не могу? Так, сейчас начнем что-нибудь. Вес один, вес один. О, бутылка с антифризом. Пошла вон отсюда. Канистра. Пошла вон отсюда. Лампочка 0,5 весит, ну и бред. Это не лампочка, это лампище, блядь, какое-то. Точно там терминатор потонул, мне кажется, в этом чане. О, ты пришел наконец-то. Hey. Let's see what I got in my pockets. Да пиздобол, дьякон, как у него слишком тяжелый груз, если он в силовой броне. О, алюминиевая канистра, это круто. Шлак. Обгоревший шлак. Кованые. Писали бы кованые тогда. Чего ты? Помогай убогим. Look, I should probably try to go home and make amends. But I bet if you're there to explain, things with my dad would go easier. I bet if you bring my great-granddad's sword, he'll make it worth your while. He always tries to... I'll wait for you by the overpass. Да забирай свой меч, равен, бля, только в зубах и когтя смерти ковыряться. А вот и рука в демпфирующей спирали. Пара-пара-пам. Так, ну чё тут? Будем пленного топить в говне или что? Поделиться предметами? Я поделюсь с собой его крышками, а ему дам... очищенная вода. Я думаю, он пить хочет. И... Ребра я угаю, да хуй ему, а не ребра. Пошел вон отсюда. Так, а тут чё? Ну что, неужели пупса не положили, а? Они убили Халка Хогана. Ужас. Вот отстой. Неужели ничего нет? Да. Тогда нахрена сюда вообще можно спускаться? Моя не понимать. Борода какая-то. Вообще борода. Бородень. Сука, бородище. Ключ какой-то взял, тоже не пойми от чего. Хм. А, от этой двери, наверное. Я бы его выкинул и взломал ее лучше, раз такое дело. Так хоть опыт дают. Причем за взлом это, наверное, самый халявный опыт в этой игре. Второй после опыта за открытие локаций. А тут кованых нету? Пошла в жопу, шалава. Ой-ой-ой-ой-ой. Да ну нах. Да что вообще началось-то? Вторая мировая, блядь, снова. Третья. Четвертая уже получается. Тут ничего нет. Сейчас эти говнюки меня пожалеют. Ох, пожалеют. Они не в курсе, что я уже их лидера вальнул, да? А где уж им тупорылом?
Да их тут и было-то двое. Это они вот здесь, наверное, людей сбрасывали, да? Как я сквозь крышу-то не провалился сейчас, непонятно. Да, сука, падла. А я еще и захожу и смотрю, думаю, о, что-то интересное, блин, стоит. Жопоподжигатель 3000 тут стоит. И теперь не пройти. Сука, а что там было? А, ну это огнемет, который не залутать. И здесь ничего нет. Вообще здорово. Как я люблю. Обосраться, как тут классно. Последний шанс что-нибудь здесь найти, то пройти, наверное, по тропе этих смертников. Да хорош ты. На носочки приземляйся. О-о-о. Мне кажется, я головой задеваю, нет? Вот там бы пупса поставили и заставили здесь перепрыгивать. Вот это был бы номер. Но там ни хрена нету. Да. Веселуха. Какой любопытный, однако, фаст-тревел на эту лодку. Вот там лодка, а вот тут мы. И не проплыть. И перевес. Сука, янзы, я твой рот яндзинил, блин. Где у меня тут хлам? Так, надо встать где-нибудь, чтобы я потом собрать это смог. И все сюда нахуя вертить. Да, все, выбрасываю в жопу. Все равно что-то утонуло, по-моему, безвозвратно. А мне была нужна эта медь. Говнище. Уже уж чистил инвентарь. Все равно какие-то безумные перед. Да, хлам, конечно, в этой игре слишком много весит. Он не так нужен, как весит. Они его переоценивают. Ну, лампочка 0,5 весит, ёптать. А, тебе еще и топливо, ёпта. А шлюху тебе не привезти сюда? Молоденькую, блядь. Да, ты виноват в гибели, блядь, Америки. Я тебе помогаю. Радуйся, что я не америкос. Зачем? Еще одну запустим, последнюю. But now I must warn you. There is danger. We shall. Я ссал на твой экипаж. Давай, я пойду уже. Worse. I cannot kill them. Still, they are. О, ну ты слабохарактерный, а? Где эти ублюдки, показывай? Ха! Нет. С ними это не прокатит. С ними только. Где мой дробовичок-то? Эй. Вот он. Сюда же надо, да?
понятно. Я так и думал, что здесь радиация творит, травит. Интересно, чем тогда он запер здесь свою семью, если он так охереть ее любит? Часть команды, часть корабля. Сука, у меня жизни-то не полные. Ну давай, дробовик, не подводи. Но орки какие-то, блин, неудачные. Которые у этого не удались. У Сарумана. Крышка, мяч какой-то. О, баночка алюминиевая. Шикарно. Сложный. Ну, как я люблю, чё. Qualities. Нифига, да? Американс. Это был бы очень странный пароль для них. Сходство 5. У американс. А, свивлинг. Сходство 5. Тогда, наверное. Раз, два, три. Четыре. Давай, сучка. Чудо про... Господь явил нам свое чудо. Опять терминал при переборке какой-то. Что тут, ничего нету, что ли? Нахер его закрывать-то? Ох ты, блядь! Смотри, на нем даже кепочка осталась. Хорошо, что у Диакона даже топливо есть. Сейчас я ему копыта отстрелю, отмандячу. Давай, лежачего ножом запорим. Слышь, Диакон, ты не поверишь, но он вообще не один тут как бы был. Он живучий, слышишь? Надо крит на нем набить. Так. Теперь не мог бы ты отойти с него, мне не выковырить лут из-под твоих копыт. Пароль первого помощника. Уменьшение урона от людей. Фуражка. Сопротивляемость урону. 0. А, ее, наверное, апгрейдить можно. Фуражка проводника. Ну, давай возьмем, посмотрим, что она даст. А, вон боеголовка. Так. Начинаем. Противогаз, маска. Это как раз против радиации вроде как, да? Чё, полазим, посмотрим, что тут есть. Что тут есть, что тут нет. Очень сложный. Ну, очень сложный пароль. Got it. Fuck yeah. Отпразднуем вискарем. Давай. Да. Отклейся нахер уже от монитора. Не порти глаза, не сажай кинескоп. Сволочь. Ну, чё вы тут... Вон телефон. Чё вы тут мне приготовили? Кал-50. Стелсбой нахер. Осколочная мина. Катушка силового реле. 3 осколочных гранаты. Ракета. Фонарь. А, это мусор.
Да. Это, сука, определенно стоило запирать. На сложный замок, тем более. Такое сокровище. Так, это наверх. Я слышу какие-то звуки. Блять. Кто ваш папочка, ублюдки? Ты мне, смотри, жопу не сожги. Можно ознакомиться с бытом подводной лодки, да, как у них тут все было. А почему заперто? Берет. А. Конечно, у них же тут все подобное задраено. Нет? Мы не будем унывать. Как же надоело, господи, с этими терминалами ебаться, а? Да, давай-то уже пора. Воу-воу-воу. Просканировал насквозь. Декрайс. И не пердос. Да что ж, блядь, такое-то? Этот терминал, мне кажется, невозможно одолеть силой мысли, да? Это вот этот терминал должен быть сложный, а не средний. Его с 10-й попытки только, блин, вскрыл. Давай, давай, давай! Да ёб твою мать! Ну что ты как, блядь, довоенная херовина? Симулятор. 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 Тир один не надо, баф вот этот зашибись. Ну и винт тоже нихеро. Это какой-то звездный член команды. Легендарный. Не какой-нибудь членчик команды, а самый настоящий членище команды. Мощный автоматический боевой дробовик. Увеличение урона 25%. Вау. Это от бога дробовик. Восемьдесят шесть на 25. 86 уже плюс 25 или как? А хер его поймешь. Вали его нахер. Дьякон с кувалдой хорош. Вот без кувалды он что-то не очень хорош. Но с кувалдой он прям могуч. Ну что, никто тут не читал ничего, что не сидел? В жральнике. Да, ничего тут нет, обалдеть. Пшёл вон. А этих-то кто убил? Капитан же их не трогал. Интересно. А, ну все. Берем головку, тащим отсюда. Тоже так похоже на Dead Island. Да гуль хакнул компьютер и закрыл. Ну подходите. Блять. Они и подойдут.
business model. We team up with a fortune. Так, а где выход отсюда? По-моему, явно не здесь, не правда ли? Да заебала ты. Да, хрен, простышь, как отсюда выйти. Here is the warhead. No difficulty with the warhead, I trust. I'm alive, aren't I? Be resolved, and the thing is done. Now, here is what you must do. Head down to the reactor. Take dampening coil and warhead with you. First, insert the dampening coil. Careful. Then, put warhead into the reactor. As you do that, do not put warhead in first. Do that? Sure. Чего? Ты задолбал, я тебе что, мальчик, что ли? That's not a good... Так, подождите, подождите. Что он там сказал? А, сейчас. Что я сейчас сделал? Еще раз, что он там сказал? Антир один. Боеголовку сразу не класть, понятно. Ну тут перепутать было невозможно. Но интересно, что было бы. Капитан Зао. I'm not sure my beautiful Yangtze would hold together, but we did it. You are a capitalist. Capitalist. I know you expect payment for services. Instead, I would offer you service in exchange for your service. It is our way. Take these transponders. Each one acts as a homing signal for missile I can fire. Yeah, ядерный. Only small, tactical news. You should still get as far away as possible. Throw transponder, like a grenade, to activate it. Then wait for Baozha. Kabu. Baozha. Надеюсь, это корыто потонет. О боже. Many thanks. I look forward to seeing you. Потонет. Soon I will set sail. You should get ashore. Farewell, American. I must admit, да, каждая фракция норовит тебе вручить какое-то говно, там, связанное с этим. Какие-то бомбы призывать, блин, эти винтокрылы. И все это нахер не нужно, потому что игра не настолько сложная, даже на последней сложности. Слышь, Юнзао, сдрисни-ка нахер. Да. Квест был неплохой, но я бы его закончил какой-нибудь драмой, типа, что он поплыл в море и там взорвался нахер. Покончив с собой и со всей своей сраной командой. Ну, чем-нибудь таким должен был закончиться, а не вручением передатчика, блядь, которыми он будет стрелять, по которому он будет стрелять. Ну, вообще, пипец. Да, ну, а так квест как квест, конечно. Ну, на этом, собственно, все. Блин, а чё ещё? Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, потом решу, что и дальше делать. То есть подводная лодка отсюда даже не уплывет, да? Отлично вообще. Шедевр. Никто мою броню не стырил. Все, короче, адьё. Хуль ты задумался-то, лезь. Чего с ней не так-то? Конец-то, утырок.